умер актер Сергей Шаховцов, рассказали средства массовой информации в пресс-службе театра «Современник». Ему было 57 лет. Причиной смерти стала остановка сердца. Сережа шел легко, гуляя с своей любимой собакой. Остановилось сердце, добавили в пресс-службе. В театре заявили, что Шаховцов начинал в «Современнике» практически мальчишкой, после окончания школы-студии МХАТ. Позднее он несколько лет сотрудничал с театром. Последние роли в «Современнике» он сыграл в спектакле «Геноцид», «Деревенский анекдот» и «Не становись чужим». Шаховцов родился 5 сентября 1961 года. С 2000-го он снимался в кино. Актер сыграл в сериалах «Марш турецкого», «Дальнобойщики», «Солдаты 2», «Моросейка-12». Также он снимался в «Антикиллера» и «Ландыша серебристом». Из-за харизматичной внешности ему частенько доставались роли серьезных, умных, ответственных людей. На экране и на сцене он успел побывать военным, участковым, следователем, важным директором. Фанаты неоднократно отмечали, что роли, сыгранные Сергеем, все время наполнены простотой и в то же время какой-то загадочностью. Светлая память любимому актеру. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал и будьте в курсе последних событий.